Пришли мы как-то в гости к нашему любимому заказчику, а он и говорит: «Посмотрите станочек, у нас на нем инструмент вылетает при смене». Смотрим, и правда вылетает. Начали разбираться. Рука сменщика, соосный шпиндель в положении смены. Все отлично. Обратили внимание на большой палец руки, который был расслаблен, хотя при не нажатых пиптиках большой палец должен быть напряжен и жестко держать оправку. Пиптики — это вот они. Разобрали руку сменщика, и вместо пружины мы нашли пружины. Причина ясна. If you want to know one thing, this right here is cancer. Нашли новую, но не того размера. Отрезали, поставили, собрали. Готово. Инструментами станок больше не бросаются. Отлично, справились, можно идти пить какао.